В рамках Дня туризма в Еврейской автономной области община Фрейд пригласила школьников города на экскурсию, необычная в привычном. Возможность ближе познакомиться с домашним укладом жизни представителей старших поколений и с помощью порой уже забытых вещей из домашнего обихода погрузиться в культуру уходящей эпохи оказалась привлекательной для современных школьников. Мероприятие было очень болезненно, мне самой было интересно все услышать. Были рассказаны какие-то вещи об исторических вещах, о еврейском народе. Дети были заинтересованы, когда выходили они отсюда, они говорили, что экскурсия очень интересная. Я думаю, что не каждый ребенок скажет, а каждая экскурсия, что интересно, вот именно она запала в душу. Учащиеся с интересом рассматривали экспонаты и с восторгом слушали хранителя музея. Дети также не упускали возможность поучаствовать в играх. Им понравилось, им было интересно. Они увидели бабушкины вещи, да, машинку швейную. Они увидели счеты дедушкины. Они увидели, что такое керосинка и что такое авоська. И мы поиграли в детские игры, в дрейдл. Им очень понравилось. А так маленькие дети и запоминают, ассоциации возникают, что культура – это что-то интересное. Об этом надо знать, понимать и больше читать. Развитие культуры и сбережение традиций – одна из задач общины Фрейд. Уже скоро в регионе пройдет фестиваль языка идиш. Организаторы уверены, что выставка предметов быта и вероисповедания еврейского народа привлечет внимание участников фестиваля, а сама община станет одной из главных площадок его программы. Екатерина Кувалдина, Софья Гинатулина, Денис Листюхин. Новости 21.